Ух, я думал, сейчас уже сразу ролик начнется. Оказывается, надо нам подняться наверх. Ну что, давайте побеседуем. Проникновение в Саутгейт. Простите, я хотел спросить вас о Брэддоке. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас. И я считал его близким другом. Он был храбр и смел, как редко кто бывает. Но все изменилось после Берген-об-Зома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. У пристани какой-то юноша стал умолять спасти его семью. Я согласился. Но Эдвард отказал. Юноша назвал его трусом. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так, или я просто не замечал раньше. Так или иначе, все изменилось. Мы еще воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много. Врагов, союзников, солдат и простых людей, виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. Я не представлял. Он хорошо это прячет и запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствует, обычно долго не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Но я лелею глупую надежду, что он может еще одуматься. Я знаю. Глупо верить, что тот, у кого руки по локоть в крови, может измениться. Зря я об этом заговорил. Простите, не хотел вас огорчить. Вздор. Мы теперь братья. Между нами не место секретам. Не пойму я этого дела с Сайлосом. Чтобы отразить французов, Британия должна союзничать с индейцами, а не порабощать их. Сайлосу нужно только золото. И ему плевать, что это вредит короне. Пока у него будут покупатели, он будет добывать товар. Тем больше причин его остановить. Я довольно много общаюсь с местными. Пытаюсь убедить их, что только нам можно доверять. Что французы их используют, а потом бросят на произвол судьбы. Учитывая действия Сайлоса, полагаю, вам не очень верят. Я пытался объяснить, что он не из наших. Но он носит мундир, командует фортом. Они верно думают, что я лжец или глупец. Или оба сразу. Не унывайте. Подарим им его голову, и они вам поверят. Тут можно вообще со всеми переговорить. А почему медицина? Думаете, я скажу, что хочу служить людям, да? Что выбрал эту профессию ради блага человечества? А это не так? Возможно. Но двигало мной не это, нет. Нечто более приземлённое. Я люблю деньги. Есть другие пути к богатству. Да, но если товар лучше, чем жизнь, ничто иное люди так не ценят и не берегут. Когда человек боится внезапной кончины, никакая цена невелика. Это жестоко, Бенджамин. Это правда. Вы же клялись помогать людям, или нет?
дал, но там не было ничего о цене. Я просто прошу честное вознаграждение за мои услуги. А если у людей нет средств? Значит, пусть им помогут другие. Разве пекарь бесплатно кормит нищих? А портной одевает даром женщину, у которой нет денег? Нет. А мне к чему? Вы сами сказали, нет ничего дороже жизни. Да, тем больше причин позаботиться о средствах заранее. И, собственно говоря, последний мужик, с которым мы поговорим, это вот этот вот дядя. Есть новости? Так, слухи. Ничего конкретного. Я знаю, вы же ищете что-нибудь необычное. Храмы всякие, духи да прочая древняя пакость. Но пока мои парни ничего не накопали. Никаких безделушек на вашем черном рынке. Ничего. Кое-какое скверное оружие, да награбленные побрякушки. Вы ж просили, чтоб светилось там, жужжало или еще что. Так вот, ничего такого нет. Не сдавайтесь. Ага. Вы мне оказали услугу, мистер. А я всегда плачу свои долги, желательно втрое. Спасибо, Томас. Кров да кусок хлеба уже спасибо. Не волнуйтесь, я все устрою. Ну что, давайте выполнять задание проникновения в Саутгейт. Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Босс скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Сейчас мы захватим этот обоз. А где оружие-то? Что-то было написано «поднимите оружие», а... Что за черт? Оружия-то и нету. Тысячи извинений, господа. У нас тут произошла... Получайте, скоты, получайте, ублюдки. Неубиваемый какой? Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуйте за нами поодаль, будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт.
Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрит. Тебя не тронут. Даю слово. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Он даже вон веревки не держит, чтобы лошадьми управлять. Чуванти прыгают возле камня. Стой! Кто идет? Назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Лейтенанта Джонса больше нету. И не будет. Атакуем! Быстро они их, конечно, уработали. Куда он полез-то? Чёртовы псы! Не подпускайте! Передавай привет! Собачку убил. На, тебе лох! Топором ему в бошку. Жатинка, да? Дай-ка взгляну до того, как Сайлос ее использует. Бою! Конечно. Одно слово, и я перебью все. Ты что, новенький? Чей взвод? Атакуем! Ну же, ну! Передавай привет костлявой! Один вам троих положил. Все, чисто. Все, поехали, поехали, поехали. Кстати, мы уже вошли на вражескую территорию. Здесь могут быть небольшие проблемы. Стой! Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос? Убить. Будете готовы, дайте знак. Капец, она, конечно, убежала, даже ничего не сказала. Три скрытных убийства из-за угла надо сделать, убить генерала и... незаметно освободить пленников. Вначале нам, конечно, надо найти людей, которые стоят поодиночке. Ой-ой-ой. Вон он один. Сейчас мы его... кончим. Если я вот здесь заныкаю. Ся. Он меня не заметит? Давай, подходи сюда, дурачок. Здравствуйте и до свидания. Сколько у него денег-то? 12.
рублей. Два солдата. А я могу как-нибудь посвистеть? Или те тоже тогда придут? Мне надо как-то его незаметно убить. Там вон солдат впереди. Нельзя, чтобы он меня заметил. Он вон что-то подозревает постоянно. Фух, блин, не заметил. Надо теперь его как-то, он поодиночке. Как-то его надо. Аккуратненько из-за угла. Тогда все будет отлично. Два из трех выполнены, это хорошо. Давай мы этих спасем, чуваков. Ты свободен, лысый. Ты можешь идти отращивать волосы. И вон тех надо тоже убить сразу. Одновременно. Оба-на! До свидос. Ну что, корабль чистый. Это потом... Корабль бы я себе хотел бы забрать. Спасение выполнено успешно. Одних заложников. Остается еще две партии. Вон, кстати, двое. Здесь вообще толпа. Здорово, мужики, как ваши дела? Здесь тоже двое. Вон один ходит. Надо его как-то из-за угла. Ну-ка. Отлично, три убийства из угла. Выполнено. Вот зима придет, посмотрим, что ты скажешь. Или лето. Валите нахер отсюда. Жарко да влажно, духота ужасная. К тому же эта форма явно не для здешних мест. На мороз тонка, на жару тяжела. Что-то я не могу этого спасти. А вот тут могу. О, ну у тебя волос побольше. Тот вообще лысый был. Наверное, лысину свою полиролью полировал. А где генерал вообще, что-то я? Ну-ка, если сделать зрение. Скоро все это кончится, французы. Не знаю, они и сидят себе на севере. Не мы ли их провоцируем вылазками да рейдами? Ха, они и хотят, чтоб ты так думал.
Как жаль. Я вот здесь пройду. А, тихо, там он опять придурок этот. Надо его убить. До свидания. Кто что видел? Никто ничего не видел. О, опять лысые. Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чьих это рук дело, и полетят головы. Но сперва, разберемся с этим. Закрыть ворота! Тех, кто попробует уйти, убить! Плевать наших или этих! Убейте любого, кто бросится к воротам! Вам все ясно? Атакуйте! Вперед, Хейтер! Мы займемся стражей, а вы с Сайлосом! Не умеешь драться. Только забор сторожить и годишься, уборщик. Ну чё ты, на кого? Блин, генерал провалился. Надо было его где-то найти здесь. Назад, мерзавцы! Прощай. Ну давай, я тебя сзади убью. У тебя есть ещё... За орден! Следующий, проснись. Уже подох? Нет, я его добил. За орден! Отлично. Убейте Салоса. Подожди, а где он вообще? Нет, врагу! Если в Бостоне... Я с ним разберусь! С кем ты разберешься? Еще минус один. А, не подох, кстати. Погоди-ка, они что, бесконечные? Не заканчиваются, чуваки, вообще. Ой, эта девушка здесь дерется, что ли, со всеми? Готовченко. Еще, до свидания. Вы что, скоты? Насадили его на штыки. Штык-нож. До свидос. Не знаю, где Салос, конечно. Где-то там, наверное. Что-то я не врубаю, где он. Это что, мои, что ли? Что, не стоят? Вон он, в 80 метрах. Солдаты, походу, бесконечные. Ни хрена не пропадают почему-то.
игроков. Ну что, ты готов умереть? Бенджамин! Хорошо, что вы здесь! Остановите его! Мне нужна помощь! Это их командир! Я с этим разберусь! Убить его! Досвидос! Минус один, минус второй. Назад, Николь! Вы кто? Я Хейтем Кеннери. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово, Сайлс. И я его сдержу. А теперь что? Подождем. Полагаю, не очень долго. Не получилось найти генерала, конечно. Я думал, он появится после того, как мы спасем всех пленных. Но это не важно. Синхронизация завершена. Это хорошо.